Почему так холодно-то, а? Так, а это что? Кто ледяной набор открытый оставил? А, это ж я. Ну, пойду хоть обзор сделаю, пока пальцы не отморозил. Ух, от этого набора так и веет холодом. Лего Майнкрафт 2017 года под артикулом 21131, и называется он «Ледяные шипы». Коробка такая же, как и всегда. Сверху название серии и ее символ — кирка. Но основную часть занимает изображение набора. Кстати, слева тут довольно занятные надписи. Помимо возраста и артикула, тут указано название и количество деталей. А это значит, что набор у меня не европейский, а американский. Хотя это ни на что больше не влияет. В комплекте идет одна стандартная мини-фигурка Стива и три сборные — теленок, снежный голем и паук. Подробнее мы их рассмотрим чуть позже. Также спереди на коробке имеется надпись Change to New Model. Это новая фишка в наборах Minecraft, позволяющая быстро их перестраивать, почти не разбирая. Задумка, кстати, очень полезная. На обороте, как и положено, показаны эти самые альтернативные модели. Ну, тут они различаются только высотой ледяных башен и все. Ну и, конечно же, никто не забыл про функции и игровые особенности набора, которые перечислены там же на оборотной стороне коробки. Их немного, но нам хватит. С коробкой мы разобрались, поэтому самое время ее открыть и заценить содержимое. Внутри обнаружилась пара книжек с инструкциями, причем довольно толстых книжек. Помимо сборки, в них есть изображения всех наборов полугодия, и какие же они крутые. А на соседнем развороте вариант комбинации нашего набора с прошлогодним 21128. Очень жаль, что у меня его нет. Что же касается деталей, то они были разложены по четырем номерным пакетикам. В основном это, конечно, кубики и пластины, поэтому много внимания мы им уделять не будем, и сразу же приступим к сборке набора. Набор готов, но прежде чем начать его обзор, я, как и обещал, покажу фигурки и расскажу о них. Главный персонаж набора — Стив. Он одет в железную броню, а в руках держит зачарованную кирку, которую, возможно, только что и скрафтил. В остальном фигурка абсолютно такая же, как и в большинстве наборов, в которых есть фигурка Стива. Кстати, сравнив его с фигуркой из храма в джунглях, я заметил, что у него не полный комплект брони, и по ноже, или проще говоря, защиту для ног он себе еще не сделал, но, видимо, не набрал еще достаточно материала. Если снять доспехи, то мы увидим просто Стива, со стандартными принтами, цветом торсика и ног. Пора бы Лего уже задуматься о том, чтобы добавлять скины для фигурок не только в специальные наборы, но и в обычные. Следующая фигурка уже сборная, и это маленький детеныш коровы, а точнее будет сказать теленок. Довольно забавная и милая фигурка получилась, жалко только, что ему хвостик не сделали. Страшный паук, которому противостоит в этом наборе Стив, действительно страшный. У него здоровенные лапы и зверская морда с красными глазами. Кстати, с подвижностью у паука все прекрасно, все лапки могут менять свое положение как угодно. Последняя фигурка — это ледяной голем, которого построил Стив, чтобы защитить сундук и свою мастерскую от непрошенных гостей. Я решил поставить рядом с ним и его заготовку, давайте будем считать ее тоже фигуркой. Кстати, в этом году конструкция голема, кажется, немного изменилась. Помимо фигурок, в наборе есть несколько предметов и аксессуаров, например, сундук с припасами Стива и кровать. Кровать, кстати, очень похожа на ту, что в игре, хотя, наверное, трудно было бы сделать ее не похожей. Помимо них, тут еще есть стол для зачарования предметов, алмазная руда и три книжные полки. Все блоки яркие и точно не окажутся лишними, когда решите построить что-нибудь свое. Фигурки и предметы закончились. Наконец-то можно перейти к набору и рассказать о его функциях. Из-за особенностей конструкции, набор одновременно кажется и объемным, и немного пустым. Самое главное, что он отлично повторяет локацию из игры, а это, по-моему, самое главное для таких построек. В общем, внешний вид у него на твердую четверку из пяти. В правом углу прямо на снегу приютился теленок, которому тут, судя по его грустной мордочке, очень холодно и некомфортно, что неудивительно. Тут же неподалеку небольшая постройка, в которой стоит стол для зачарования предметов, а также три книжные полки, набитые книгами. А, да, тут еще факел сверху стоит, чтобы можно было приходить сюда в темное время суток. При необходимости всю постройку целиком можно легко снять с пинов и переставить, например, в более безопасное место, но я предпочитаю пока оставить ее тут, на своем положенном месте. С противоположной стороны локации есть еще один факел, который освещает крошечный огород, обустроенный Стивом для выращивания корма для теленка. Также тут стоит сундук со скромными припасами, батоном хлеба, железным мечом и небольшим количеством алмазов. А чуть дальше за сундуком есть и сама алмазная руда, которую Стив почему-то еще не собрал. А вот это то ли кнопка, то ли рычаг — ключ к главной функции этого набора. Ведь нажав на него, мы из простой заготовки сделаем настоящего снежного голема, который встанет на нашу защиту. Еще разок покажу процесс появления голема поближе, чтобы все успели рассмотреть.
А вот так это выглядит в обратном порядке, правда тут нам уже придется самостоятельно открыть тайник, чтобы спрятать туда фигурку. Все это становится возможным благодаря особенностям конструкции набора. Как видите, посередине есть крупный проем, который накрыт свободно двигающейся крышкой. Поэтому при нажатии рычага голем без проблем поднимает ее и выскакивает наружу. Функция простая, но согласитесь, выглядит она эффектно. По одной из ледяных башен ползает паук. Судя по всему, он разыскивает Стива, который построил себе укрытие на самом верху. И укрытие у него весьма скромное. Тут всего-навсего стоит кровать и пара факелов. Как же должно быть ему тут холодно спать среди ледышек? А еще тут есть небольшое знамя с мордой крипера, под которым надо было бы сделать тайник, но его не сделали. Жаль. Пожалуй, верну Стива обратно. Пусть занимается своими делами дальше. Ну и последнее, что нужно прям обязательно продемонстрировать, альтернативные постройки, которые нам предлагаются на коробке. Сейчас я соберу первую и скажу, что думаю по поводу нее. И если честно, она так себе. В результате получилась одна огромная башня, а остальная локация совершенно пустая. Убежище Стива так вообще оказалось на земле и стало бессмысленным. А вот по высоте получилось очень прилично. Самая большая башня почти такая же, как коробка, а это где-то 25 сантиметров. Функция с появлением голема никак не изменилась, хотя это и не удивительно, ведь меняли мы только башни. Нет, все же эта альтернативная модель получилась скучная и несбалансированная. Надеюсь, хотя бы вторая получится получше. И знаете, я не ошибся, она действительно гораздо лучше. Все ледяные башни теперь примерно одинаковой высоты, и между ними не хватает только навесных мостиков, чтобы Стив мог перемещаться между ними, не спускаясь на землю. Постройка хорошо сбалансирована, и расположение всех элементов стало вполне логичным. Да, и этот вариант мне нравится даже больше оригинальной сборки набора. Все, весь набор мы рассмотрели вдоль и поперек. Но раз уж у меня нет другого ледяного набора, то попробую объединить его хотя бы с храмом в джунглях, хотя эти зоны обычно редко совпадают. Скелет аж с крыши упал от восторга. Не, вообще довольно неплохо смотрится даже так, хоть и локации не особо вяжутся между собой. Вот еще бы их в этом месте соединить, и вообще было бы отлично. Видимо, разработчики задумывали наборы так, чтобы можно было совмещать все со всеми. Ну и на этом я рассказал и показал уже точно все. Ну, в общем-то, вот мне и осталось только подвести итоги и попрощаться с вами. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, сегодняшний набор вам понравился. Напомню, что сегодня у нас был набор под артикулом 21131 «Ледяные шипы» из серии LEGO Minecraft. Если честно, я от этого набора просто в восторге, он реально классный. Если вам он тоже понравился, то найти вы его сможете по ссылке в описании. Ну, а на этом уже точно все. С вами был канал Покупалкин и Широ. Еще увидимся. Пока!